хотел немножко тоже озвучить, каким образом, как я думаю, я точно на 100% не уверен, но каким образом произошла поломка моего предыдущего GLL. Я так думаю, что в этом в поломке виноват я сам. Почему? Значит, вначале стоит увидеть, какие слабые места есть у этого инструмента. Значит, это майнинг, естественно. Да, то есть самый как бы, основной механизм – это майнинг. И в то время, когда мы его включаем, да, маятник начинает двигаться. Во включенном режиме маятник легко повредить, если произвести резкие движения. То есть, если его качнуть, он бьется просто о стенки, вот, внутри, да? И это может повредить маятник. Так что у меня произошло? У этого нивелира есть такая функция. Его включаешь, и если принудительно не выключить автоотключение, то через 30 минут он выключится сам. По всей видимости, у меня так и произошло. То есть я его включил, 30 минут прошло, он выключился, я этого не заметил, я подумал, что он у меня выключен, да, не досмотрел, то есть полностью моя вина, да, и положил его в чехол, убрал и поехал там на другой объект или куда-то еще, то есть он у меня был в машине во включенном состоянии, но не горел просто. То есть маятники не были зафиксированы, они фиксируются этой кнопкой. Да? То есть так мы их включаем, они ходят. Выключаем, они фиксируются. Да? В моем случае они были выключены, но не зафиксированы кнопкой, и соответственно в машине они постоянно двигались, постоянно какие-то движения совершали, учитывая наши дороги, собственно, не мудрено, что они бились друг об друга очень сильно, о корпус, вернее. Вот. И таким образом у меня произошло раздвоение одного из лучей. Но, опять же, стоит повториться, так как в сервисе не было увидено то, что нивелир падал или еще что-то, то доказать то, что я их сломал, невозможно. Да? По какой причине произошла поломка, неизвестно. Хотя причина, вот как я на 95% уверен, что именно в этом. Вот. Поэтому впредь я буду крайне внимателен. На самом деле сейчас я уже стараюсь переходить в режим, когда он не выключается, да, то есть и таким образом уже большей вероятности обезопасить себя от самопроизвольного такого повреждения инструмента. Вот такие нюансы, таким образом его можно сломать, то есть важно очень внимательно относиться к нему, когда он включен, он не терпит ни передвижений, то есть если мы работаем, нам нужно его переставить, естественно, нужно выключить, переставить. Пусть там надо будет снова его как-то выставлять или еще что-то делать, но в любом случае лучше его в выключенном состоянии, какие-то манипуляции производить. Все, всем спасибо, пока.